Ребята, всем привет! Меня зовут Джонни Кэтсел, и это переобзор на эсминец Шимаказа в 2022 году. Я хочу ролик обновить, потому что раскрыл для себя лично шимку в ГК, а-ля сборка япончик, которая позволит нам набивать стабильно урон. То есть торпеды это больше попал или нет, ну не от вас зависит, а ГК всегда можно набить, и поверьте, шимка прекрасно играется. Также 100 тысяч среднего на ней, ну или выше, это очень достойный показатель. Апает про альфу, вообще прям жестко, ну и стоит вам попробовать. При этом торпеды сохраняются хорошие, да, это шимка все-таки, прекрасный торпедный эсминец, но здесь можно использовать и оружие. Короче говоря, видео, что будет, если обезьяне дать автомат. Давайте рассмотрим ДТХ. По бронированию у шимки ничего нет. 19 мм, а хп 21400, тоже мало, но... Шимка маленький эсминец, такой вот узкий, и урон в нее не очень прям регает, поэтому 20 на 1000 здесь как ну, на других 25. Однако хп не тратим, потому что у нас нету хилок, и любая потеря больше не восстановится в бою. По артиллерии обращаю внимание, потому что это сборка в ГК. У шимки изначально есть две проблемы, это поворот и перезарядка, но их можно подтянуть. Итак, концепция, здесь три орудия, ну, три башни по два ствола, в результате 6 залпов, причем две башни, они на корме. Очень удобно, на самом деле, когда играешь от ретерады, шимка, такой эсминец, все-таки сдерживание за счет торпед, и благодаря этой компоновке можно не подставляться, просто встал и стреляешь тремя орудиями. Иногда это лучше, чем компоновка гиринга. Перезарядка 4,8, при этом будет работать бесстрашно, и шимка в результате уже перестреливает многие девятые, и тем более восьмые эсминцы, и даже за себя может поставить против десяток. Потому что урон здесь фугасом очень хороший, это 2150, он национальный, немножко подтянут по сравнению с другими ветками, и реально вкидывает она залпа по 3000 фугасом, бывает по 4, то есть больно. Также у шимки орудия очень такие точные. Можно спокойно выцеливать надстройки, прям по 4, по 5, по 6 снарядов, попадая туда, куда ты хочешь. Дальность тяпается до 13,6 км, также рекомендую, потому что изначально она где-то 11. Но чтобы вкидывать по медленным линкорам, по яматам особенно, пожарчики, то дальность тяпаем и вообще играется прекрасно. Вероятность пожара 9,5%, его можно также улучшить до 11, это будет полезно. Чем больше пожаров, тем больше урон. И ББшка 2200. Как только цели горят, ставят борт, то используем ББшки. Короче говоря, шимка в ГК набивает. За счет забучной перезарядки, забучного поворота орудий, забучной дальности. Самое главное, изначально хорошего урона фугасами. То есть обязательно попробуйте. Не пройдем мимо и торпеды. Все-таки это шимка. Я изначально любил кататься с 20-километровыми торпедами. Потому что это самые... далеко идущие торпеды в игре, но там есть проблема в заметности, из-за этого они светятся на 2,5 километра и у цели огромное количество времени для того, чтобы среагировать и не поймать торпеды. В сборке япончик я решил поменять торпеды, играю сейчас все-таки с классическими двенашками, они имеют очень хороший урон. Да, я их не улучшал, здесь перезарядка долгая, здесь большая... точнее, не самая лучшая скорость, то есть я ее вообще никак не подтягивал. Потому что мы будем долбить с ГК, но тем не менее торпеды остаются, они по линкорам будут заходить, главное кидать верограмотно, например, 2, потом как-то третьим разводить на затопление и в дальнейшем поджигать. То есть торпеды все еще у нас есть, их никто не забирал, они с уроном 23767. Еще также есть вариант на 8 километров, это так чисто повеселиться, у них соответственно поднята скорость и... Уменьшена перезарядка, но на 8 километров на 10 уровне особо так с комфортом не покидаешь из-за того, что есть РЛСники. Ну, вееров, кстати, у нас, да, 3, то есть шимка это из прокачиваемых эсминцев имеет один из самых таких больших бортовых залпов торпед. 15 штук можно сразу сбросить. ПВО ни о чем, то есть сложно отбиваться от лампочек, от авика 10 уровня, даже от 8, ну это понятно. И маневренность, шимка... Очень бодрый, играется достаточно быстрый эсминец. Есть форсаж, хорошая перекладка, хороший радиус циркуляции, юрки, вертки. Можно от снарядов уворачивать. То есть в этом плане шимка, конечно, радует. Маскировка. Также хочу обратить внимание,
Сборка четко под рандом. Шимка — это самый незаметный эсминец из прокачиваемых наравне с Гирингом, у которого есть уникальная модернизация. Она в полной сборке светится 5.6, если не ошибаюсь. Но в рандоме особо это не надо. Если мы играем в ГК, мы будем постоянно стрелять, постоянно светиться. И я играю с маскировкой 6.2 вполне комфортно. В любом случае, это достаточно инвизный эсминец получается. Мы экономим 4 перка важных. И все так же можем пересветить универсалов некоторых, также большинство ГК-шных эсминцев. То есть все, проблем с маскировкой нет. Я отказался, 5.6 мне не надо. Опять же, конкретно для рандома, вот 6.2 отлично играется. По снаряге дымы помогут нам пострелять безнаказанно, либо отфокусить и форсаж. Вот моя сборка. Опять же, исправляем недостатки в повороте орудий, чтобы стрелять удобно. Ну, в принципе, если вам не нужно, то поставьте точность. И все остальное на ГК, здесь перезарядку. То есть будем вдалбливать урон и перки кэпа. Вот такая тоже сборка. Сюда можете взять из последних сил, можете шанс на пожар. Остальное тупо на перезарядку. И еще раз подчеркну, мне очень нравится. Уже даже за 2 минуты боя можно просто с ГК за счет пожаров набить 40 тысяч урона, а напоминаю, на шимке 100 это очень крутой показатель, то есть вы делаете за 2 минуты с ГК там 40 тысяч, а в дальнейшем будете еще и больше набивать, подать торпедами. Давайте посмотрим бой в рандоме, там я подведу еще больше итогов и расскажу общие дополнительные впечатления про шимпанзе с автоматом Калашникова. Погнали. Карта «Ледяные острова». Бой будет достаточно быстрым, здесь я не набил какое-то сверх количество урона, но он будет показательным, потому что видео посвящено шимке в сборке япончик, чисто в ГК. Еще раз напоминаю и хочу подчеркнуть, что шимка играется прекрасно от торпед, безусловно, но сейчас в рандоме много гапов. На торпеды не всегда попадают, я не считаю шимки торпеды самым идеальным в игре, я считаю самые лучшие это у Гиринга из-за более крутой маскировки. В результате торпеды — это вооружение рандомное, а набивать урон стабильный хочется, поэтому, ребят, шимка в ГК рекомендую попробовать, если хотите делать свыше 100 тысяч в среднем. Хотя да, в торпедах будут фееричные бои, где там 250 тысяч тупо с торпед, но зачастую вы будете набивать 10 или может 50, когда бой будет идти, и вы ни в кого не сможете попасть. Вот встреча с Ташкентом. Это эсминец 9 уровня, советский, достаточно имеет хорошее ГК. Я здесь спрятался в дым, чтобы не получать урон, но даже если бы я этого не делал, я бы его перестрелял. Я бы еще работал бесстрашный. И вот, обратите внимание на альфу, залпа по 4000 фугасами, причем эсминец советский хилится, но шимка в ГК наваливает. Хороша компоновка, я уже это говорил, но когда у тебя две башни сзади, очень удобно именно играть в тартрады. Первую кровь я тут сделал и использую свои торпеды. Их никто не отменял, ребят. Не волнуйтесь, они здесь есть. Также спамьте. Можно попробовать сделать еще альтернативный вариант прокачки. В целом все упороть на торпеды, но не брать инвиз и взять дальность стрельбы. Тогда вы будете прям жестко спамить торпедами, но самое главное это вот поставить дальность стрельбы, потому что реально много урона набивается за счет дистанции где-то 12,5 километров плюс по медленным линкорам. Решил я тут проспамить торпеды, но они пока что идут все мимо, ибо действительно это непросто, да, кидать на шимки торпеды, здесь нужно везение. Вообще мне нравится больше играть на торпедах, ну и Янги, например, все-таки частенько решает именно отсутствие информации на торпеды, то бишь их маскировка, чем какая-нибудь скорость. Но еще лучше, когда это все сочетается. В бою не так много мяса, сразу хочу сказать, то есть уже подлодка, она заняла слот, плюс авианосец. Поэтому будут какие-то проблемы, да, с набитием. И вот сейчас я начинаю разбирать Джанбара. Мы избавились от эсминца, фланг немножко очистили, да, от противников, и можно присосаться к линкору. Ребят, напишите в комментариях, что думаете про эсминец Шимка. Я уверен, вы будете писать, что это бред, что я буду играть дальше в торпедах, но это видео исключительно для
людей, кто не боится экспериментировать, кто готов к открытиям и кому интересно именно набивать хороший урон, также поднять альфу, которая может быть уже вяла и не привлекает девушек. Для этого есть средство шимпанзин в ГК. Ну да ладно. Жанбару целюсь в надстройке. Туда я его пробиваю. Но иногда возникают проблемы с сопряжением, потому что на шимке снаряды летят не ультимативно, но они быстрее, чем на гиринге. И шимка лучше в ГК, чем гиринг. Кстати, гиринг я бы катал в торпеды, потому что там они хороши, а ГК бы немного усилил лишь на дальность. На японца же наоборот. Жанбар бортом, поэтому подрубаю ББшки, целюсь в верхнюю часть, чтобы пробивать его слабую обшивку зиматов. И уже 50 тысяч. Делаю второй фраг. Дальше выхожу на бисмарка. По идет абсолютно в нашу пользу. Такая турбиночка. 5 кораблей уже мы забрали. 150 попаданий. Ну, в идеале побольше блинкоров. И был бы еще дамаги значительнее набито. Есть у меня на записи бои, где я набивал 180, можно и 200 кидать. Ну, это надо просто такую сессию сделать на шимке, чтобы поймать такой бой. Я уже на ней поиграл, и отдельно стрим был, когда я хотел набить 100 тысяч урон, но там я играл на 20-километровых торпедах, и, наверное, чуть-чуть они мне не позволили все-таки прям жестко набивать, потому что 20-километровки специфичный вид вооружения. Но недавно я и без записи поиграл. Ребят, могу с уверенностью сказать, что в такой сборке действительно получается свыше сотни. 110 можно, если будет вести, 115, может быть 120. Потому что 100 сделать легко, потом где-то бой поймаете на 160-180, и средний получается отличный. В общем, шимпанзе в ГК очень хорош. Это прям совершенно другой геймплей. Мне не нравятся шимки, кто играет постоянно в торпедах. Ребята, они зачастую действительно в бою ничего не делают. Но это моя такая точка зрения. Давайте дальше комментировать бой. Хотя, что тут сказать. Просто пинаем несчастного бисмарка. И скоро я на себя внимание этого авианосца. С Агрю он будет меня упарываться. Там топ-мачты бомбардировщики очень мощные. Это Нахимов. Ну и в целом в бою я его хотел найти, чтобы его дальше уничтожать. А теперь компоновка немного мешает, потому что на шимке преследовать цель не супер удобно. Но если вот так вот постоянно вертеться, ставить полуром, то нормально, нормально, грубо говоря, справляешься. И вот Нахимов с левого борта, я чуть-чуть его прозеваю, надо было носом сразу разворачиваться на бомбардировщике, я тут решил все-таки кормой. Неправильно, неправильно сделал, и меня неплохо так зарегает на где-то 6000 бомбы. Но это Нахимов. Пол стоит опасаться. Почти пол столба мне он отрезал. Тем не менее, у шимки есть хороший эскейп, это дым. Я его и юзану, чтобы сбить с себя фокус. То есть торпеды я еще не попал до сих пор, но тупо с ГК 80 тысяч. Это очень даже достойно, а бой идет не так долго, потому что начало я скипнул, там была раскатка, вычесть 3 минуты, и, грубо говоря, за 4 минуты мы сделали здесь 83 тысячи. Мне кажется, это вообще не слабо, это, ребят, шимка в ГК. Но это обзор, и что касается японского эсминца, для новичков качать не рекомендую, считаю устаревшей техникой, не метовой. Возьмите для прокачки другие ветки эсминцев. Например, хорошим будет для новичков, я считаю, грозовой. А востребованность эсминца шла в прошлое. Реально, шинка так, чисто под пивко в рандом. Но как играть, если в сборке с ГК на точку мы не лезем? Вообще, чем-то будет напоминать она Эльбинга, то есть мы можем на точку, ну, не приближаться прямо к точке, а просто встать ее, контролить кормой, ну, как на Эльбинге. И в любые цели, которые заходят в радиус нашей стрельбы 13,6,
Мы их зажигаем, опять же вешаем пожары в разные, кидаем торпедки, стараемся развести на ремку и четко понимаем прицелом торпедным, как цель будет циркулировать. Потому что именно в циркуляции они их ловят. Также рекомендую заряжать не все три веера сразу, а два, один оставлять для того, чтобы добить потом противника. И вот так вот не лезем на точку. Ну, конечно, если ситуация позволяет, то ее берем. Главное, выживаем и не упаримся, набиваем урон, а уже потом в конце стараемся затащить. Нахимов, ребят, тут я развернулся кормой, все сделал правильно. Топ-матч бомбардировщики прошли мимо. 106 тысяч урона исключительно с ГК. Остается советский авианосец. Первая кровь, 312 попаданий, достаточно много пожаров. Причем я не все флажки вешал на пожар, потому что у меня сейчас проблема с кредитами. Ну а итоги по шимке, ребят, я думаю, все сами поняли, прекрасно она может играть, конкурирует с другими эсминцами. И есть все-таки фан. То есть у нас и ГК, и торпеды. Причем шимка в ГК, я считаю, сильнее, чем Гиринг по урону, сильнее, чем Юянг. Так что еще раз рекомендую поиграть. Ребят, пишите комментарии, оставляйте интересные сообщения, лайки. С вами был Джонни, это обзор на шимпанзе в ГК. Удачных вам боев, всего хорошего. Пока-пока.